Привет всем любителям кино! Тимур Бекмамбетов спродюсировал новый фильм в изобретенном им формате Screen Life. И стоит сказать, что фильм довольно неплохо прошел в прокате на Западе, получив хорошие отзывы зрителей и критиков. Мы же рассмотрим рецензии наших критиков. Евгений Нефедов, Иви, оценка 7 из 10. Если отбросить современный антураж, постановка Чаганти напоминает классический детектив со всеми традиционными атрибутами. Татьяна Трейстер, Интермедиа, оценка 4 из 5. Непривычный формат, пожалуй, самое сильное, что есть в поиске. Что касается сюжета, то на первый взгляд он кажется довольно закрученным. Однако не нужно быть Шерлоком Холмсом, чтобы вычислить злодея. Для этого зрителю даются довольно непрозрачные намеки. Александр Нечаев, Российская газета, оценка хорошо. Слепая родительская любовь и боязнь потерять самого близкого человека далеко не в первый раз в истории кино становятся главными мотивами для кровавого преступления. Но лаконичная и свежая оболочка идет классическому сюжету только на пользу. Дамир Камалетдинов, Тит Джорнал, оценка хорошо. Картине сложно предъявить претензии. Она держит планку триллера с начала и до конца, а также поднимает довольно серьезный вопрос социальной изоляции и двойной жизни в эпоху соцсетей. Кроме того, поиск получился на удивление хорошим детективным триллером, разгадку к которому интересно искать вместе с главным героем. Эларкант, Авидеору, оценка хорошо. С первых же кадров творение дебютанта Аниша Чаганти поражает эмоциональной насыщенностью, за несколько минут показывая весь спектр семейной жизни, от трогательно забавных записей до трагических. Нечто подобное в свое время пиксаровцы изобразили, но здесь ситуация будет ближе к гораздо более широкой аудитории. Дмитрий Бортников, киноафиша, оценка отлично. Поиск держит в постоянном эмоциональном напряжении, которое в какой-то момент просто начинает бить через край. Создатели, несмотря на узость жанра, в котором работают, умудряются пробиться через сообщения и прерывающийся визуальный ряд к своему зрителю. Как видим, критики очень тепло приняли триллер «Поиск». Ну а идти или не идти на этот фильм в кино решать только вам. С вами был Кинодиван. Понравилось видео, ставьте палец вверх и подписывайтесь на канал. Будет много интересного.